Мой прогноз на бой с Персом? Да. На твой бой с Персом. Я его заборю и задушу. В каком раунде? Я это много раз делал уже. Я ему помогал готовиться на бои, на несколько боев. Я постоянно с ним боролся. И ни один раз его душил. Он меня ни разу не перевел никогда. Не перевел. Как он говорит, приходит там на конференции, вот спросите Мамаева, что он, я с ним делал на спаррингах. Там просто воздух гоняет, да, все знают, что он воздухан. Я не хочу здесь накидывать, да, вот. Я не хочу, устал за ним бегать тоже. Если он со мной выйдет в клетку, я его просто перееду. Стоит. Меня все знают не как Вазухана, а как такого человека, который выходит без лишних слов, да, и все доказывает вот здесь, вот в клетке.